наше государство, как, наверное, никакое иное, пострадало от тоталитарной системы, от того, что общество было пронизано тоталитаризмом снизу доверху, от того, что каждый человек жил в постоянном страхе, и некоторые люди питались этой страшной энергией тоталитаризма. На мой взгляд, искусство – это прямое проявление религиозности в человеке, в принципе. Искусство берет своей основой идеал ритуального служения. Искусство – это элемент ритуального служения изначально.